проекту Weldon Towers. Мы действительно гордимся тем, что этот проект заслуженно получил первое место. И фактически этой номинацией мы открыли мероприятие «Рекорды рынка недвижимости». Мы были первые, кто вышли на сцену. Я хочу сказать, что эта победа, она заслуженная. Каждый год мы приносим какие-то премии рекордов рынка недвижимости. И, конечно, не было бы полноценным эта премия, если бы не было такого движения развития нашего промышленного комплекса. Потому что все, что делает «Фиброль», все, что делает завод «Мажино». И вообще мы просто гордимся тем, что мы работаем так много лет в «Кросте». Каждый год получаем премии. И это все победа нашей компании. По итогам народного голосования победителем гран-при становится ЖК «Weldon Towers» строительного концерна «Крост». Много новых лиц, здесь много старых компаний уже, которые используют нашу продукцию. И, в общем, те заводы, которые работают сегодня, многими компаниями на рекордах рынка недвижимости, заводы признаны как лучший поставщик. И здесь я хочу сказать, что спасибо большое организаторам за этот приз. Мы долго трудились для того, чтобы его получить. Да. Спасибо организаторам и поздравляю нашу команду.